Митрополит Ташкентский Узбекистанский Викентий посетил Каракалпакстан. В столице республики прошли праздничные мероприятия, посвященные 800-летию со дня рождения Александра Невского. Также в эти дни в Узбекистане стартовала акция «Белый цветок». Подробности далее. Земля Каракалпакстана освящена еще стопами апостолов Фомы и Андрея Первозванного, которые проповедовали христианство в некоторых государствах, расположенных на Великом Шелковом пути. В столице этой республики, Нукусе, есть молитвенный дом в честь святого великомученика и целителя Пантелеимона. Здесь архипастырь молился с жителями города. Посмотрите на ветхозаветного Соломона. Он пользовался всеми благами земными. И он сказал такие слова: «Суета, сует и томление духа». Сколько мы не старались для своего этого удовлетворения своим таким потребностям, душа неспокойна. Она не успокаивается, она не удовлетворяется. Она что-то хочет другое. И что другое она хочет? Она хочет вечности. Потому что она для вечности создана. И эту вечность дал нам Христос Спаситель. Также в столице Каракалпакстана прошел концерт, посвященный 800-летию со дня рождения Александра Невского. Творческий вечер состоялся в Государственном академическом театре имени Бердаха и был организован и проведен при активной поддержке руководства страны и председателя Верховного Совета Республики Каракалпакстан Мурата Камалова. На втором этаже театра были развернуты две выставки. Первая посвящена 150-летнему юбилею Ташкентской епархии, вторая рассказывала об истории края. Землю Каракалпакстана в свое время посещал святой благоверный князь Александр Невский. Он проходил через нашу землю в Монголию, чтобы вести диалог с ханами, чтобы найти общий язык для дальнейшего развития своего государства, для дружеских отношений с ханами. И этому ему удалось. И очень много удалось. Но в чем сила вот этого великого человека, в его вере, то, что он хранил свою веру. С низовья Волги святой князь шел вдоль Каспийского и Аральского морей. По Каракумской пустыне отряды во главе со святым достигли древнего Хорезмского государства. Далее, переправившись через Сырдарью, путники встретили большой город Янкент. В рамках концерта состоялась театрализованная постановка, посвященная встрече великого князя Александра Невского с ханом по имени Сартак. Также в Среднеазиатском митрополитчем округе вспоминали в эти дни блаженную Ксению Петербургскую. В Свято-Успенском кафедральном соборе Ташкента митрополит Викентий возглавил литургию в день ее памяти. В проповеди архипастырь напомнил, как важно иметь духовное зрение. И нам с вами необходимо приблизиться как можно ближе ко Христу, Спасителю нашему, который есть источник вот этого зрения духовного, того света, который просвещает наше ум и сердце и дарит нам видеть правильно, видеть благо, видеть добро. По окончании проповеди митрополит Викентий благословил торжественное открытие ежегодной православной благотворительной акции «Белый цветок», которая прошла на территории Соборной площади столичного Свято-Успенского кафедрального собора. Эта акция сейчас в нашем храме проводится третий раз. Это помогает как бы людям быть более милосердными, более, как бы я сказала, оказывать помощь людям больным, детям. Вот сегодня, проводя эту акцию, мы собираем средства для больных детей, для детей-инвалидов и сиротам. Прихожанам дарили белые цветы. За пожертвования предлагались вкусные угощения, а также различные поделки, сделанные руками неравнодушных людей. Мы хотим сказать, что этот проект «Белого цветка», он объединяет всех нас своими делами милосердия. Все люди хотят присоединяться к этому проекту и творить добрые дела. Рады, что такой проект у нас есть. И надеюсь, что в последующем мы будем также творить добрые дела и передавать нашу эстафету нашим детям. Акция проходит в епархии в третий раз.